Зачастую немногие взрослые хорошо разбираются в современных проблемах. Ну, что-то там показали по телеку, ну и бог с ним. Чтобы исправить гражданскую безграмотность, мы показываем вам рубрику «Буква дня». Взрослые новости для детишек. Буква дня. Буква К. Кризис. Это плохое слово, которое папа все время говорит маме в ответ на «хочу шубу», затронуло компанию «Росплазма». Бедные дяди и тети в сложный для страны период вынуждены покупать отечественный автомобиль. Горемыки. За жалкие 4 481 400 рублей. Вот это да. Бюджетные средства большого учреждения пойдут на семиместную бибику. Цитата. Обтянутую кожей, с велюровым полом, кондиционером и сматывающимися шторками. Это, закройте, детишки, уши, телега не будет перевозить плазму, не будет принимать доноров, угощая их печеньками. Она, скорее всего, будет возить дядь и теть из Росплазмы домой с корпоратива. Перебиваются с хлеба на воду работники Росплазмы не первый раз. В сентябре 2013 года Росплазма была готова заплатить за 55 фирменных блокнотов порядка 110 тысяч рублей, выделенных из федерального бюджета. Бедняги! Ай, бобо! Давайте все вместе подуем на бюджетную ранку Росплазмы и скажем, что у учительницы болит, у медбрата болит, а в Росплазмы не болит. Буква К. Кризис. Буква дня.